Ячов Николай Александрович, да и полный согласен на видеосъемку. Рядовой, 104-й полк, 1-й бат, 3-я рота, 1-й взвод, ВДВ. Кто ты по национальности? Шолец. Родом где живешь? Кемеровская область, город Таштагол. Как тебя мобилизовали? Вручили. Начальник приехал на машине, домой по повестку вручил. Кто приехал? Начальник, ну, на работе с работы. Где работал? Евразы СМК, дробительная обогатительная фабрика. Тебе берет дали? Нет. А тельняшку? Нет. Так ты ж ВДВшник. Как ты без тельняшки и без берета? Не знаю. А берцы дали? Нет. Босиком бегал? Нет, купил сам. Ты знаешь, какие государства воюют сейчас? Да. Какие? Россия, с Украиной. Как началась война и когда? Война началась, не знаю. А как началась? Тоже не знаю. А какая по счету эта война? По счету не знаю тоже. В каком была Вторая мировая война? В 41-м. Вторая мировая. В 1941 году. Закончилась в 1945. А в 1939 что началось? Не знаю. Как зовут твоего президента? Зовут Никита. Как ты попал в плен? Я попал 3 числа. Думал, что наши пришли. Мы сидели там вдвоем на КМП «Октавы». Вот. Думали, что наши вышли, а там ваши оказались. Мы сдались. Так десантники не сдаются. Пришлось. 31-го начались прилеты. Мне прилетело. Тут контузия. Там до вечера подождали, меня вывели, где «Октава», там фельдшера были, 810-й. Они посмотрели, обмотали, сказали, что контузия. Они, получается, 31-го ночью уходили, и я на «Октаве», меня обкололи чем-то. И все, я уснул, короче, должны были разбудить, чтобы вывести меня. А 1 числа сказали, что нас окружили. И все побежали куда-то. Я даже не понял, что произошло. Говорят, русские своих не бросают. Бывает такое, что бросают. Но меня просто оставили и убежали.